помнишь, какая самая частая мотивирующая фраза? Правильно. Все возможности находятся вне зоны твоего комфорта. Но как же решиться из нее выйти? На помощь спешат вдохновляющие цитаты великих. Но правда в том, что чужие слова не работают, пока ты не проверил их на себе. И когда плывешь по течению и не видишь желаемых результатов, ты понимаешь, что нужно попробовать плыть против. И если что-то не получилось после 500 попыток, то, возможно, получится с 501. Но ты не узнаешь, пока не попробуешь. Кто решает, добился ты успеха или нет? Это всегда только ты и уже потом все остальные. Если сейчас ты выбираешь, что ошибка — это опыт, то делай шаг вперед. Эти шаги приведут тебя на вершину. Ты выстоишь против целой армии всех, кто сомневается в тебе. На самом деле они боятся, что у тебя получится. Пусть боятся, у тебя обязательно получится. Но не ради них, а ради себя.